две кормушечки. Дети наделали прямо в школьном дворе. Повесили. Потому что если на улице там на тротуарах вешать, бывает, что ломает. От свой труд тоже жалко. Вот не видно солнышко. Тут и снегирек. Такая. А есть вот такие кормушки. Это первоклассница сделала. Елочку нарисовала. Коробочку склеила. Так, а где же? Вот. Есть. Это видно, что либо папа делал. Да, скорее всего, папа основательно так. Наклеены эти птички. Мужчины у нас основательные. Рабочие все трудятся. А это вот из бутылки. Дешево и сердито, как говорится. Ну, постарались дети разукрасить. Вот такая веселая бутылочка. Вот. Видите, что девочка, наверное, делала. Что бантики, такие штучки. Вот такая. Вот такая что-то. Ее тут надо как-то повернуть. Или это такая кормушка, так, чтобы висела. Ну, разных. Вот что-то тут бантиками. Ну, в общем, как-то так. Дети постарались. Как могли. А сейчас я еще подойду к дереву. Там просто из шкурки мандарина сделана маленькая. Маленькая-маленькая кормушка. Сейчас я быстро добегу. Добегу. Быстренько. Вот. Вот с ярких ниток. Так, надо ее вытрясти снежок. Сюда еще надо подсыпать корм, потому что кормушка кормушкой, должен быть корм всегда там. Сейчас, так. Вот еще здесь. На дереве. И еще к одну подойду сейчас быстренько и покажу. На березке. Вот такая веселая. Главное, чтобы дети не забывали подсыпать сюда. Но можем и мы, взрослые, кто ходим по стадиону. На стадион вход никому не запрещен. Там еще висят кормушки. Вот корт залили. Все, подсохнет. И вечером уже будут заходить ребятишки. Вот в таких сапожках мы ходим месяц-полтора. Когда самые морозы теплых.